Ева, жизнь после рая. Арсен Агамарян и Оксана Васильева. Настоящее явление в программе латиноамериканского шоу. Они ворвались на вершину этого движения. Трижды становились чемпионами Европы, чемпионы мира позапрошлого года, вице-чемпионы мира прошлого года. Подготовили новый, очень драматичный номер. Давайте посмотрим. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer, let it be. Арсен Агамарян и Оксана Васильева.
Ну что ж, дорогие друзья, прекрасный номер, очень интересный, глубокий. Трехкратные чемпионы Европы, чемпионы мира Арсен Агбалян, Оксана Васильева. Может быть, в чем-то перекликающиеся с одним из их первых и лучших номеров, посвященных Владимиру Семеновичу Высоцкому. Но совсем другой. Может быть, в этом номере также реализовалась их страсть, их умение драматургически передать образы, большое напряжение. Арсен и Оксана, мы желаем вам успеха. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Пожелаем им успеха на чемпионате мира в ноябре в Бонне, в Германии.